Сегодня у нас супер блюдо. Очень вкусные, яркие, красивые и интересные крылышки в соусе с пармезаном. Они прекрасно подойдут как часть ужина, закуска к тусовке у вас дома и просто как самостоятельное блюдо. Нам понадобится непосредственно сами куриные крылья, мука, паприка, сухая петрушка, разрыхлитель и сухой чеснок, а также пармезан, сливочное масло, сок апельсина и сок лимона. Нужно промыть крылья и очень важно хорошо их просушить бумажным полотенцем. Разрезаем крылья на три части. Последнюю, самую худую, я вообще не использую, оставляя только части с мясом. И так проделываем со всеми. Затем необходимо обвалять каждое крылышко в смеси из специй и муки. Для этого в муку добавляем сухой чеснок, сухую петрушку, разрыхлитель, паприку и соль. Каждой специи по чайной ложке. Далее тщательно перемешиваем. Затем все части обваливаем в этой смеси и отправляем на листик и в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Затем вытаскиваем и переворачиваем каждый кусочек. Да-да, каждый кусочек на другую сторону, чтобы получилось прожаренное и красивое. И снова отправляем в духовку на 15-20 минут. Пока крылышки жарятся, готовим соус. Натираем пармезан в мелкую крошку и очень-очень мелко нарезаем свежую петрушку. Все это отправляем в растопленное сливочное масло, далее добавляем сок цитрусовых, немного соли и хорошо перемешиваем. Когда крылья подойдут со второй стороны, достаем и отправляем к соусу. Лучше взять емкость побольше, чтобы было удобно мешать. Перекладываем крылья и перемешиваем. Соус должен хорошо распределиться, равномерно. На это надо потратить немного времени. Аккуратно, потому что крылышки горячие. На этом все. Выкладываем на тарелку и наслаждаемся. Крылышки в пармезане получаются очень интересные по вкусу. Слегка с кислинкой от цитрусовых и в то же время изысканные. Подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики. У нас в планах еще много интересного для вас. Приятного аппетита и до встречи!